На этой неделе последний звонок прозвенит для тысячи ямальских выпускников. В Губкинском в этом учебном году простятся со школы 168 11-классников. В 4-й школе последний звонок сегодня прозвучал для 2 11-х и 4 9-х классов. Праздник проходил во Дворце культуры «Нефтяник». Поздравить ребят с окончанием школы пришли гости, представители управления образования и... Вы, дети, очень быстро повзрослели. Кажется, еще вчера вы пришли в 1-й класс, а сегодня вы уже выпускники, и которые готовы, повзрослевшие, красивые к самостоятельной жизни. И мы желаем вам разноцветного, прекрасного будущего и верной дороги, прямой к своему новому жизненному пути, по которому мы вам желаем пройти с честью и с достоинством. И пускай ваше будущее, ваш путь, который вы выберете, он будет правильным, и вы станете самыми счастливыми людьми. И где бы вы ни были, я искренне желаю, чтобы вы не забывали свой родной город Губкинский, своих родителей, своих друзей, своих педагогов. Я хочу выразить слова благодарности всем педагогам за ваш профессионализм и за верность профессии. Уважаемые родители, для вас тоже сегодня особый день. Ваши дети на пороге ко взрослой жизни. У них экзамены. Поэтому я вам хочу пожелать, не ставьте перед вашими детьми, которых вы так хорошо знаете, завышенные цели. Любите их, воспринимайте их такими, какие они есть, и поддерживайте. Школа номер 4 – дважды обладатель гранта президента России и трижды гранта главы города. В этом году Роснефть-класс стал первым из 111 Роснефть-классов в рейтинге нефтяной компании. В копилке достижений учеников победа на региональном этапе в президентских играх. Сегодня многие ученики и учителя были отмечены за успехи и достижения. Алина Гривник вручила ученикам школы гранты главы города. Директор школы Тамара Юрьевна поблагодарила родителей за достойное воспитание детей и вручила лучшим ученикам дипломы и благодарственные письма. Вы покидаете школу и уходите во взрослую жизнь, где вы будете принимать решения самостоятельно. И там не будет рядом ни родителей, ни учителей. Помните, что родители и школа заложили только фундамент. А вот какой будет ваша дальнейшая жизнь, зависит от вас. Помните, самое главное – научиться ставить цели и их достигать. Подробнее о празднике расскажут корреспонденты молодежной студии «Компас» в пятницу в программе «Молодежка».